Пап. Давай, чайник уже готов. Всем доброе утро. У нас завтрак. На траве. На траве. Поспали хорошо. Поспались. Сейчас когда в 10 легли и до 4:30. На улице роса просто сильнейшая. Сейчас кофейку попьем. И будем потихонечку собираться. Продолжать нашу рыбалку на спиннинг. Попробуем еще. Вот, ребят, даже реки не видно, какой туман. Что-то звенело сейчас утром. Где-то звенело утром. Звенело, да? Угу. Это на донге где-то звенело. А что, ходил, не проверил. Не понял, где. Твоя звенела или моя? Я не понял, где. Ребят, донки собираем. Так толком ничего толком не поклевало. Ни ночью, ни вечером. Вечером поймал окушка и сенца одного. А и сорожка маленькая одна. Тяни. Есть? Прям слабина такая была. О! Молодец! Еще что есть? О, ёлкунь маленький. Молодец, что? Голова или подъязок? Голова, что ли, да? Что ты? Подъязок, да? Да, подъязок. Сейчас еще надо кинуть. Заходим. Большой подъязочек. Ну все, они заглоц оба. Обоих надо брать. Что-то дрыгается. А что-то есть. О, что-то неплохое, слушай. Да? Или мне кажется. Вон сколько грязи, а? Направить не успел, конечно. Что-то есть. Небольшое. Маленький подлещик. Ой, мы тебя отпустим. Давай, плыви. Йо, сегодня погода хорошая. Утро. Лодки уже все гудят. Уже вовсю катаются по реке. Рыбаки не спят. Крайняя закидушка. Больше ничего особого не попалось. Мусора, конечно, много. Потом уже дома его подсохнет немножко. Мусор уберу. А, ну хотя бы мелочевочка попалась. Надеялись на подлещика. Но подлещик в этом году что-то совсем капризный. Все, ребят, собрали все вещи, все приготовили. Сейчас двигаем и будем ловить на спиннинг, так же, как вчера. Погнали. Так, ничего не забыли? Включи телефон и все проверь. Телефон.
Ну все, ребят, сейчас первый заливчик. Мы эту курью пройдем, попробуем. Вчера щучка маленькая попалась. Подожди, я поменяю. Весну. Вот такого поставлю. Резиночку. Съедобная резина. Попробуем ее. Только же туда начнем. А? Ключу как бы стоит под берегом, в травянках, в траве. Ладно, не хочет. Какой? А, за глаз, на. Там где-то пакет был у тебя под ногами. С рыбой. Ну, что-то есть. Пушок. Пушок. То хоть веселей. Какое-то развлечение. Тоже интересное место такое. Течения нету. Ого, вот это конь, молодец, покажи, о, хороший, о, конь. Двигаем дальше, поймали, сука, трех окуней, я двух маленьких, ебать, я думал побольше, хорошего. Пойдем вниз сейчас, километра 5 спустимся, потом будем подниматься.
что-то есть. Ну, первое наконец-то мне. Ой, вообще сорвется. Аккуратненько, аккуратненько, давай, давай, давай. О, блин, на краешке висело. Тише, 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 держи ее. Что, ребят, наконец-то поймали щуку. Хотел где-то на кило. Хорошая, можно брать. Сейчас осторожно, пап. Рука. Вот, ребят, попалась вот на такую косодака. 80 миллиметров. 80 сантиметров, да. 5-метровой глубины. Так, ладно, заводимся и дальше. Зашли в такую курюшку, ну как курья, большая курья достаточно, земной, частенько раньше рыбачили. В общем, ребят, поймал одну щуку на кило. К расстоянию прошли, у нас там товарищи тоже сзади нас идут. Сейчас встанем, перекусим, попьем чайку. Солнце палит, конечно. На ходу идешь, прохладно, как встаешь, все, сразу жарко. Плещется. Вот на удочку встать, прикормить, да, поплавочную. Я, наверное, сейчас съем. Попался что-то. Ах ты, блин. А? Какую поймать бы на трешечку? Одну хотя бы. Покрупнее это щука. Опять кил карандаши, блин. Опять, ребят, карандашик. А, хороший окунь. А, сошел. Хорошо, кушок упался.
такой окуняра, блин. Выходил? Но за блесной гнался. Хороший такой горбач. Прям к лодке бы дошел. Я снизу. Вместе, да? О, атаковал. Ага. О, смотри, вон гоняет мелочь. О, смотри, что делает. Палками, блин, тяжелыми, неудобно. Работает? Глубина тут хорошая. Тут не мелко. Ни хрена. Под нами 1.5 метра. Да? Угу. Вот мы рыбалку свою заканчиваем двухдневную. Какой результат? Ну, в принципе, немножко рыбки поймали. Получается, там несколько окуней. Штук 5-6, я не помню. Может, больше даже. Одна более-менее щука на килограмм. Вот. И штуки, наверное, штуки 4 шнурков мы отпустили. Такая красота была на вычеде. Такой закат, такой восход. Просто супер здорово. Июль в разгаре. Сегодня у нас жарко. Вот рыбка, видно, что плещется. Окунь гуляет, но практически не берет. И резину ему пробовал, и колебалку маленькую, и вертушку, и все ему давал. Выходит... Провожает и уходит, провожает и уходит. Не хочет и все. Ладно, время уже после обеда. Пока приедем в машине, пока соберемся, время придет. Ладно, ребят, всем пока, удачи. До скорых встреч на водоемах, в лесу, на рыбалке, охоте. Всем удачи, пока. А мы домой.